23-я гимназия в Сходне. Здесь в декабре прошлого года стартовала масштабная реконструкция. На площади в 1500 квадратных метров бригады проделали большой объем строительных работ. Зданию более полувека. Поэтому на этапе капремонта пришлось даже усилить фундамент. Были усилены фундаменты, были переделаны перегородки, они были из материалов недопустимых сделаны. В готовность 83%. Осталось совсем немного. Позади демонтажные работы, стяжка, прокладка инженерных коммуникаций. Капремонт подрядчик выполняет по графику, оценил ход реконструкции и глава «Химок» Дмитрий Волошин. У вас остается месяц, но нужно еще помыть. То есть у вас остается 20 дней фактически. Свои двери для учеников обновленное здание откроет уже 1 сентября. Чтобы срывов по срокам не произошло, будет увеличено число строительных бригад. Поговорили с подрядной организацией и дали им свое наставление в части увеличения рабочего персонала. Необходимо еще установить двери, часть проводки, значит, работа с сетями и благоустройство. Капитальный ремонт объектов образования на личном контроле у главы городского округа. Дмитрий Волошин регулярно проверяет ход работ. За реконструкцией следят педагогический состав гимназии и родители учеников. Периодически принимаем участие. Ну, даже проходя мимо, мы элементарно видим, как ведутся работы. Мне было приятно зайти в здание школы. Тут аккуратненький, чистенький ремонт. Ну, понятное дело, что оно еще приобретет свой окончательный вид в дальнейшем. Сегодня здание выглядит совсем иначе. Внутри все преобразилось до неузнаваемости. Бригадам осталось лишь доделать некоторые штрихи, а также благоустроить прилегающую территорию. Обновленный корпус гимназии будет вмещать более 150 старшеклассников. Такая проектная мощность позволит закрыть вопрос со второй сменой. Планируется у нас 175 учеников. Это разгрузит наши основные корпусы, это первый и второй корпус. Тем самым очень надеемся, что мы максимально уйдем от второй смены. Самое главное, что после обновления здесь появятся профильные классы. И это не может не радовать, признается Светлана Каримова. Теперь ее дочери не придется тратить время на посещение репетиторов. В 9 классе мы ездили к репетиторам. Это занимало очень много времени. И сейчас это прям большое чудо для нас. Открыть такой класс, такую школу в шаговой доступности. В рамках капитального ремонта также оснастят, по последнему слову, техники, учебные кабинеты. Здесь появится современное оборудование. Естественно, современное оборудование отразится на обучении в лучшую сторону. Дети будут уже лабораторное делать совершенно по-другому, и информатика заниматься совершенно по-другому. То есть будет уже больше уровень на обучение. Обновленное здание станет первым профильным корпусом для старшеклассников Сходни. Открытие гимназии уже с нетерпением ждут учителя, старшеклассники и их родители. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.